Псалом 51. Начальнику хора учение Давида после того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими».